YouTube, no, YouTube, uh, спасибо огромное за донат. Вот это я понимаю подход uh, <laughs> человека. Дворец Путина, разбор архитектуры. <laughs> типа, нам похуй все эти. Митинги, не митинги, шмитинги, украли, не украли. Давайте разберемся, какая там архитектура. Ну а что, действительно? Давайте разберемся. Внимание! Спасибо. Экстренный выпуск. Экстренный выпуск из мира искусства. То есть, как бы, а, а правильно, надо каждому свое говно пиарить. И архитектуры. Да? Ибо. Совсем недавно мир узнал о. Оно... я ненавижу слово ибо. Блин, вот прям горит каждый раз. Он шедевральном объекте архитектуры. И кто, как не мы, с тобой? Шедевральном. Искусствоведы, любители архитектуры и ценители, должны ну, его разложить да. прям вот на предмет стиля соблюдения эпохи, соотнести там и так далее. Погнали. Погнали! Погнали! Ну что, я тут набрал себе фоточек этого великолепного сооружения. Вид сверху сразу же напоминает вот эти все дворцы с садами эпохи абсолютной монархии, то есть, прям абсолютизм, некие линии подводят все к центру всей власти, королю солнца, а-ля все такое. То есть явно взяли отсюда, это понятно, то есть некий закос под барокко. Но такое оно немножко минимализировано здесь барокко, То есть взяли, смотри, такое плоское широкое здание дворец, в ширину, широта души, как говорится, да. Щедро, есть балюстрады вот эти наверху, такая некая ссылочка тоже к барочным дворцам, окошки вот с этими полукруглыми арками. А наверху, кстати, окошки уже квадратные такие более прямоугольные это такой кусочек уже немножко ренессансности такой некой немного на колхозе короче вместе то есть в принципе снаружи более некая барокко то есть имитация то есть явно видно что человек где-то побывал увидел парочку шато увидел парочку резиденции но в основном конечно Версаль как уже 300 лет все его копирует, так и продолжают ничего нового абсолютно а вот двор кстати что неожиданно и нелогично внутренний дворик заглядываешь туда и здесь у нас колонна, тут такая галерея с колоннами это Флоренция, сразу первый угол приходит, Италия, Флоренция, Ренессанс. Но он здесь чрезвычайно неграмотен. Знаешь в чем? Колонада у нас для чего? То есть колонада исторически, если ты копируешь флорентийскую колонаду, тут явно намек на это, некий такой двор палацу, да, типа медичи, знаешь. Здесь я явно видно немножко недочет, архитектор, видать, то ли он не видел итальянских палацу, то ли что. Колонады, вот эти, которые здесь имитируются, они должны, по идее, для чего строили, чтобы они держали этаж. Это некая экономия пространства. То есть колонны, они держат на себе этажи. Вместо того, чтобы сплошную застроить весь дворец, когда у тебя дворик просто очень маленький будет и тесный, они вот эти дворы расширяли на первом этаже проходами, а проход держался на колоннах. То есть колонны, они реально несущая часть этажей. Но здесь-то не так. Здесь колонны явно несут... Ну здесь они просто, блядь, хуй знает зачем. С другой стороны, что-то что близкое, похожее, как каких-то, то ли, хуй знает, мастеры Маргариты каких-то, что-то какое-то, что-то было похожее. Ну, хотя ладно. На Террасу огромную вокруг, такая круговая терраса. Кстати, не знаю, зачем она, тоже довольно... Внешне неплохо, интерьеры хуйня, пишется в ага. Странное решение, типа, выходишь на террасу, и оно у тебя и там терраса, и тут терраса, и здесь. Зачем тебе такое? Сделали бы уже один парадный балкон, мол, вышел монарх, пострел на владение. Такое делали, кстати, сейчас на барочных дворцах. А тут почему-то круговая терраса, и всего лишь ради вот этой маленькой террасы столько колонн вокруг. Они не нужны. То есть, в принципе, всю террасу можно было построить, ради вот на четырех опорах и достаточно. Зачем тебе колоннада? И под колонадой, кстати, видно, в ряд идут консоли как они и были у палац настоящих, там есть консоли, но здесь эти консоли без функции. А исторически они должны нести свод. То есть своды держат несколько этажей наверху, и с одной стороны свод опирается на колонну, а с другой стороны опирается на эту консоль, которая в свою очередь опирается на стену. И консоли, они держат своды полукруглые, а здесь сводов нет. То есть взяли консоли а своды почему-то не взяли. Это стайл, чувак. Типа стайл. Nice. Зачем эти консоли здесь? Тогда бы уж сделали своды без консоли. То есть экономить на, на сводах, но сделать консоли. В общем, это немножко не сходится. Посмотрим, что внутри. почему меня не удивляет эта барочная кровать балдахином Интересно, зачем балдахин? Наверное, потолок течет. Зачем он еще нужен? Крыша протекает, да? Иначе зачем? Потому что, как я в Гельде, кстати, рассказывал про кровати с балдахинами, они нужны как раз для того, чтобы человека спящего, кто спит, защищать от воды, которая протекает, от всяких насекомых, которые могут нечаянно упасть сверху. Но я не знал, что. была подрядчиком на этом объекте. В 2020 году в наше время, в 21-м уже так плохо делают потолки, что нужна необходима кровать с балдахином, а еще и с такими рококошными завитушками. Блин, да, конечно, любительское пародирование за там, 100 лямов долларов. Смешно, если это правда так. Ну, будем надеяться, что это немного неправильный рендер, что в оригинале они не такие, да, допустим. А иначе как это объяснить? Наверное, для девушки нужно. В пичи для, для девчонок. В девчонок, смотри, у меня кровать Балдахинова. Хочешь покажу себе интересный свой Балдахин? <laughs> ну, вот, вот как-то вот так внутри. О, смотри, здесь такая комната вообще такая. Тут уже так называемая цыганская барокко, известная всем. Вообще, знаешь, в Германии э, слово цыгане запрещено. Мы с тобой mm -hmm. находимся в Германии, и называют здесь Рома или Синти. Поэтому Цыганская барокко это отдельный термин, не связанный с Ромой и Синти, скажем так, чтобы быть политкорректными. У нас же здесь не про политику. Сразу бросаются в глаза мощные такие толстые пилястры, эти квадратные полуколонны, они вообще не сходятся никак с этими такими более легкими, такими изящными, завитушечными, рококошными обрамлениями ламп. Эти лампы вроде. Как-то да, 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 перевес немного не сходится, но самое круто, это, конечно, этот неповторимый пол. Видно, смотри, на цвета они поскупились, да, это самый дорогой цвет взяли, ультрамарин тоже присутствует. В общем, если бы это был век так 18 Дорого было бы, да, дорого богато, что говорится. Но тут как-то странно, наверное, тоже сэкономили на дизайнере интерьера. Опять же, то есть. Видно, что на материалах не экономят, а вот на дизайнерах чуть-чуть не хватило. Наверное, надо еще собрать денежки. Странно, Должны же брать лучших из лучших. Хотя, ничего странного. Лучше из лучших как правило, это сами застройщики. То есть в таких случаях, таких примеров очень много в постсоветской России, мы это прекрасно знаем. И, как правило, тот, кто это строит, хозяин, он считает себя лучшим из лучших во всех вопросах. В том числе, конечно же, в плане архитектуры, интерьеров, искусства и так далее. Они же все знают такие искусства у нас. Ну, подожди, итальянский архитектор. Ну, видать, этот итальянский архитектор, он был, не знаю, не принят в Италии, что строит здесь Ну, может, да. Я не представляю, что итальянец, который видел такое в оригинале у себя, может вот так построить. Либо я догадываюсь, возможно, как у меня есть некий опыт работы с похожими людьми, Михаил и я знаю точно, что они, у них некая такая аллергия на специалистов. Они их отрицают, у них просто такая болезненная реакция. Они считают, что все специалисты, все профессионалы хотят их обмануть. Поэтому он, как правило, знает лучше них всех и им скажет, как и где делать. Они могут аргументы привести, ну так нельзя, тут, не, тут, невозможно, тут не делается, это неправильно. Там. Ты -ты 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 -ты". Mm. Нет, я считаю, что надо так, я хочу выходить на террасу, где около надо, потому что мне так удобно. Они просто глупые там в своей Флоренции не догадались, что можно так, понимаешь? Поэтому это великолепно, это прям идеальный пример такого, такой нео <laughs> Назовем этот стиль так. Да, сейчас, подожди, глаза <laughs> уже взяться немного. <laughs> это немного печально и напоминает мне вот эти типичные, типичные, постсоветские вот эти вот нео-дворцы во всех этих нео-псевдостилях. Помнишь, я постоянно упоминаю э, мой любимый замок Гарибальди, так называемый, Самарской области. Там вот пример похожей ситуации. То есть тоже смешали там какую-то всякую фигню, элементы, которые друг другом. Там еще хлеще даже, чем здесь. Место, например, где вот такие стоят готические опоры, просто ничего не опирая. То есть в готике, в готике, если стоят опоры с такими дополнительными арбутанами, такие ноги, они держат стены, держат стены собора. Если уж вы хотите закосить, мол, под готику, да, посмотрите фотки в интернете, как выглядит готика, например. Почему там горгульи торчат просто из стен? То есть стена просто из стены горбуля торчит. Такое ощущение, что хозяин всего этого он сказал своему сыну, там, ребенку, который бегает с машинками, играется, там, мол, собери мне из лего, там, <laughs> из лего, как налепил, куда попал. Это, ну, это же делают люди на серьезные деньги, понимаешь? Почему бы не сделать из этого более что-то ценное, на, таки, на такое баблище, понимаешь? А как дом Галкина? А? <laughs> Тоже та же самая история, все, что это грибали, что это там... Поскромнее. Наверное, чуть поскромнее, но там они явно имитировали французский шато, там, Долин Луар. То есть сразу понятно, что они, типа, в отпуск вместе поехали, пострели на замке. Прямо оттуда. Раз вот вы разбогатели, вы такой трэш закажете? Ну, да хер его знает, блин. Ну, еще раз, то есть, ты не поймешь, пока не разбогатеешь. То есть, вот в чем дело. Нам сейчас с вами кажется, что вот я разбогатею, и я, когда буду богатым, я никогда не буду делать вот это, вот то и вот то. Больно. Спасибо, Никузик. Я пожилой цыганский барок. Спасибо большое за донат. Да, барок я бы никогда не сделал так, я бы никогда не сделал это. Во-первых, надо понимать, что чтобы разбогатеть, нужен специфический склад ума. И возможно, что имея не такой склад ума, ты нихуя никогда не разбогатеешь, а когда приобретешь этот склад ума, или если он у тебя изначально был, то на тебя вот эта логика здорового человека не работает. Возможно, весь прикол в том, что все делается либо для самого себя, либо чтобы максимально наоборот бесить, злить всех, типа, ну как так, почему столько, блядь, бабла на какое-то говно, на какую-то хуйню, а ему самому заебись, ему нравится, ему похуй, что вы все думаете. Продам жопу. Спасибо МППС, за донат. То есть это, блядь, как раз для нелепого отребья важно, типа, ой, дворец должен, типа, там, быть в стиле каком-то, в хуиле. А он говорит, да мне похуй, блядь, мне да похуй, я хочу, нахуй, колонны, блядь, такие, уроды, блядь, сделай такие, нахуй, колонны, блядь. Чё меня будет отребье? меня будет учить, как я, нахуй, колонны, блядь, ставить. То есть, возможно, и как себе Соловьев тоже уебищные коробки, блядь, взял, поставил, типа, возле озера Кома. То есть, возможно, в этом весь прикол, чтобы сделать все максимально прям уебищное такое, типа отвратительно безвкусно. Ну, может быть, они просто, не знаю, ну, люди все-таки воспитанные там этими, блядь, хрущевками. Или какими-то еще такими гораздо более ущербными зданиями Советского Союза, для них это вот там как-то стильно. Че им наше мнение. Санное какое-то, да. Так что тут эм, такое. Я бы, понятное дело, будь у меня Блядь, я не знаю. Ну, то есть, вот прям супер дохуя денег, и мне надо строить себе замок или резиденцию. Я не знаю, зачем мне вообще в принципе она нужна в любом случае, то есть, да, ну типа, смотрите, вот, например, Билл Гейтс какой-нибудь, он же себе вообще не построил ни, как, никакой ни дворец, ни замок, ни хуя. Даже мне вот интересно, вообще у Билла Гейтса есть хотя бы собственный дом? Дом Билла Гейтса? Просто как он выглядит, мне интересно. Дом Билла Гейтса. Не, красиво что-то, что-то как-то, что-то как-то вот сделал себе. Ну-ка, давайте глянем. Дом Билла Гейтса. Ну, такое, тоже на речке себе построил, там, что-то вот такое. Как-то тут как целый какой-то как поселок, ебать, я не знаю. Пристань какая-то, хуистань. Да я хуй его знает, типа, вот мне, зачем мне такая огромная дура вообще, блять, нужна, в принципе, я, то есть, может быть, именно из-за того, что я так рассуждаю, я и не разбогатею никогда, то есть, может быть, как бы стать милли... долларовым миллиардером можно только если... И я хочу себе огромный, ебаный, блядь, сука, нахуй. замок, блядь. Я пойду изобрету Windows ради этого, всех наебу на бабки. Хочу себе, блядь, лестницу винтовую. Есть, ну, что-то в этом роде, я не знаю, может быть, так это и работает. И, то есть, я скорее... Ну, короче, нам не понять, чуваки, чтобы понять миллиардеров, типа... Надо понять миллиардеров. Ладно, что Тут дальше? взяли вот эту манеру, там якое такое подобие типа ренессансных дворцов, но очень неграмотно. налепили опять какие-то башенки, какая-то фигня вообще. Понимаешь, там печально, что вот в этих постройках, что дворец в городе Геленджик, что это все, это, кстати, не, не, очень получается сравнить. То есть по бескусице, да, тенденция одна. Но там, ладно, еще частные типа инвестиции, то есть свои деньги. ну за свои деньги я делаю, что хочу, да. Но когда на, на чужие ты это делаешь, то ну хотя бы, ну, постарайся. А, ну вот. Типа чуть-чуть уже политика ушла, то есть уже утверждается, что они чужие. А вдруг они нихуя не чужие? А вдруг это что-нибудь там. Ну, ну, ладно, хотя ну. бы. если, ты уж и копируешь какой-то какой стиль, какой-то дворец, вставь туда там золотое сечение, там найми каких-то специалистов, которые. Ну, типа, блядь, все равно смешно. То есть, раз уж ты своровал деньги, сделай хотя бы как следует. Я Чего? в большом количестве стран и городов. Но нигде не видел ничего красивее, чем что <свят> моего монтажа. Спасибо, Леос Хеллскрин, за донат. То есть, мне кажется, если уж ты своровал, так наоборот надо... Если уж ты такой мизантроп, то надо наоборот максимально ущербное, уебищное здание, говнючее прям построить чтобы оно только тебе приносило удовольствие, а когда ты умрешь, чтобы нихуя, чтобы его ненавидели просто современники, чтобы из него не дай бог сделали музей, то есть именно вот абсолютно вот такое вот именно мизантропское, если у тебя отношение, то ты наоборот все делаешь идеально, чтобы тебе самому нравилось, и чтобы все от безвкусицы просто, блядь, горели нахуй очками бесконечно, ненавидели тебя, проклинали, а ты такой, блядь, <кл upgrade> затроллился. Может там какие-то тайные инициалы там во все эти узоры, во все это, знаешь, как-то секретно оставят после себя, там мастера какие-то, какие послания. Блин, за капсулу времени закопай в подземный проход, чтобы может... когда это все... Может закопано. Так этот, в принципе, Путин, он же данжен-мастер, не гузик. Он и построил себе, получается, огромный данжен. И у него там fucking slaves, как бы, в, в подполье. Вот этот вот хоккейный пятиэтажный эм, э, загон, это на самом деле как раз джим. Э, типа, и Путин приходит туда, он басов здесь джим и там вот как бы его ждут fucking slaves. Кстати, я... не знаю, но я догадываюсь, что вряд ли, судя по тому, как относятся вот к всей внешней архитектуре, вряд глубоко они мыслили и учитывали. А кто... как, где еще должен тусить? Владимир Владимирович. Я так все. Имея столько возможностей, я говорю, что это связано с культурой, которая у меня сейчас в основном болит и горит за то, что... Типа вроде как в ну, двух, двухчасовом ролике, который, сука, очень многие, которые что-то рассказывают, вы, блять, ролик-то хоть Навального посмотрели целиком? Понятно, что он двухчасовой, но прежде чем что-то пиздеть, ты хотя бы ролик посмотри целиком. То есть я посмотрел, то есть ты, ты сперва глянь это все от начала и до конца, а потом уже, блядь, как говорится, разевай пиздак. Мне кажется, так. И, собственно, ну, типа, какие-то профы там приведены, то есть подробно расписана схема, чье, кому принадлежит, как и так далее, бла-бла-бла-бла-бла. И сам Путин говорит, нет, у, мои, у меня и у моих родственников, типа, это в собственности нет. Конечно, блядь, в собственности нет, оно на офшорных каких-то фондах там записано все. Но по факту, в пользовании находится ясно чьем. Могли это все направить, устро... Уж строишься уже два Аква дискотека, в там сколько, в паре километрах, километров от города, в котором у людей нет воды. Ну, то есть она есть два раза в сутки по два часа или по три. Супер но построили. И, по-моему, горячий нет, кстати. Чтобы она потом превратилась в музей. Чтобы потом все завидовали, чтобы потом. Нет, именно в том-то и смысл, чтобы потом она не превратилась в музей. Чтобы все, блять, горели очком, просто ненавидели этот ебаный сарай, чтобы вообще, что. То есть, вот в этом он не понимает ä, зажравшихся людей. Просто вот абсолютно. Он слишком. Как это забыл? Вот есть элита, а есть эголитарный да, по-моему, вот это слово называется. Да, эголитарист, в общем, ни хрена не понимает вообще абсолютно. Просто да. Говорили об этом как о примере, о вкладе в культуру, в историю, искусство чтобы потом это где-то цитировать, чтобы впечатлило с точки зрения искусства, чтобы это было достойно. Найми знатоков, нет. Он да, как, это было да, самом... был чтобы дрязный. это было с точки зрения искусства, да всем срать, типа. Он же тоже, он завидовал э, э, Людовику, все тогда завидовали, он съездил в, в, в Версаль, изучил Версаль, Версальский дворец, он сам внимательно изучил, он сам изучил архитектуру, он был очень образованный, его это сильно вдохновляло, он обалдел от того, что вот это построили, и он захотел, конечно же, себе такое же. Он нанял супер знаков архитекторов, лучше кого мог найти, со всей Европы, из Италии приглашал, отовсюду, кстати. Но из... в этот раз он из Италии приглашал грамотно. А кто вообще, блядь, принял какие-то догматы о том что красиво а что нет то есть рано в какой-то момент собралась собралась вся элита все богачи такие типа это не конфетка это сырок ребята причем сырки вообще кстати их на самом деле накупил для Даши, она их типа любит жать вот на самом деле собрались богачи вот это элита и такие «Ёбаная колонна! Отныне это красиво!» То есть, вот, типа, мы сегодня считаем, что те или иные тренды в архитектуре... Ну, на, как можно научно обосновать красоту? На основе чего мы решаем, что что-то красиво, а что-то нет? Что-то вкусно, а что-то безвкусно? То есть, просто что вообще определяет красоту? Каким, то есть, почему какие-то ебаные тренды каких-то ебучих монархов 16 века должны вообще иметь какое-то влияние на э, в личный вкус, допустим, какого-нибудь, э, не знаю, Путина? То есть, его личное желание такое, чтобы колонны были, блядь, бессмысленные нахуй, чтобы они были просто вокруг здания для, просто низачем вообще, просто для выебства. К сожалению. Вы есть fucking slaves. ФСБ в oh, О, yes, готовы. sir! <соспит> Спасибо, ФСБ. Они долго... Федеральная служба... Бандач. <соспит> Мы решали, как-то изучали. В итоге, на основе того, что видел, он создал шедевр. Шедевр барокко, который отличается Нет, fucking slaves, бандач. От Версаля уже по-своему. И он по-своему прекрасен. Он сегодня что? вообще прикол, который... Дрезденский свингер, ребята. Отличается от Версаля уже по-своему. И он по-своему прекрасен. Он сегодня вообще признан как это уникальный шедевр, вообще это пик развития барочной архитектуры. И таким образом все равно Агу сильно увековечился, как бы грамотно подошел к делу. Несмотря на то, что бюджет не позволял, несмотря на то, что коррупция жесткая была, он эти деньги откуда брал. То есть ты хочешь сказать, что дворец в Геленджике через столе стоять не будет? Я думаю, то, что скорее всего вот этот дворец жке его просто нафиг снесут после ухода, скажем так. Ну да! Да! Хозяина? Потому что нафиг он кому нужен, не представляет никакой культурной ценности. Вон, возьми этот Людовик, второй, чокнутый, баварский, самый известный пример, Нойшванштайн, пресловутый, который всем так нравится, сказочный замок. Он же его построил по сути, точно так же. Он, понятно, немножко нам чокнулся и жил в своем мире абсолютно. И решил, что он некий такой немецкий король средневековья. В то время, когда уже не было ни нифига никакого королевства, никакой власти, ничего не было. И весь госбюджет Баварии он тратил на постройку каких-то дворцов, ненужных абсолютно. Самый мощный это нойшфаншный. Но там он подошел тоже с таким научным подходом к этому. Он мог построить какую-то фигню, которую потом быстро разломали и все. Но он построил замок, который имитирует. Ну, потому что он немец, а это, блин, ну. <свы> ну, варишь такой совок то есть, Путин же, он не потомственный, какой-то там король, император или еще что-то. А просто типа, по большому счету, самый крутой новый русский. Исключительно верно, прям академически точно, романский стиль. Если кто не знал, многие, наверное, думают, что это готика там, и так далее. Но это прям идеальный пример чистого как романского и стиля. Я, он, он просто так выбрал эту эпоху романский стиль. Это времена Тона Великого. Это времена, когда немецкий правитель, немецкий кайзер, император был самым главным во всей Европе. Он был главнее папы римского. То есть это был рассвет э, власти именно немецких правителей. Потом все это прекратилось, когда настала эпоха готики, там все поменялось. То есть он знал, что я сейчас копирую и имитирую mm -hmm. времена, когда реально была абсолютная власть немцев, типа, знаешь. То, что там рыцарский зал, интерьеры все скопировали именно исключительно правильных романских дворцов. Это реально офигенная копия. Правда, там на материалах уже сэкономили. То есть там материалы были дешевые, а вот архитекторы дорогие, которые отстроили а тут Ой, хуйня. <къем> вот я, кстати, ненавижу такую хуйню. То есть я бы, вот, кстати, я бы, наверное, сделал себе как у Путина. вот выбирая между э, красотой из бомжатских материалов, которая, блядь, чуть-чуть коснулся, все рассыпалось, чуть-чуть ебнул где-то как следует, все сломалось, все, блядь, переделывать. Я бы лучше сделал себе, блядь, уебищную, абсолютно уродливую, блядь, коробку, нахуй. Которую невозможно сломать. То есть, на самом деле... Блин, а вот теперь я понимаю, почему Бутин себе сделал... Он, с одной стороны, сделал себе огромный охуенный дворец. С другой стороны, он, блядь, его сделал... Как, знаете, типа... <laughs> Надо мемы сделать, типа... Дом э, парней в Майнкрафте. Типа, знаете, делают... Дом, дом девушки в Майнкрафте. И дом парня... Дом... Блядь. Дом... Из грязи, блядь. Сейчас. Ну, ну во 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 Во-во-во! Бля, ребят, я себе даже такой дом не делаю. То есть, когда я в Майнкрафте себе строю дом, я его даже... Это типа еще достаточно симпатично. Там окна какие-то, еще какая-то хуйня. не не я знаете, как делаю? Я подхожу к горе, выдалбливаю в ней дыру. Ну, дверь делаю, ладно, дверь в последнее время я начал делать, потому что с ней реально удобно. Просто в горе, ебаный, там. Да я, допустим, прокопал где-то какой-нибудь уголь или какую-то хуйню. И все, дыра образовалась, к ней дверь приделал. Все, это мой дом, блядь. То есть я вообще делаю. Э, если себе дом делаю в Майнсрафте, то. Именно по такой схеме. Блин, у меня вот эта вот прям картинка простацировалась. Да ты чё? Бля. М -м -м -м. То есть я просто строю э, полный кал. И типа, можно мемы делать, короче. Дом... Сейчас, типа... Блин. Ну, короче, это, типа, Доги, а это Чимс. Дворец Доги, дворец, Чимс, дворец. То есть, ну, типа, вот такой... Может быть, кстати, в этом и есть тоже что-то такое как сказать, я не очень верю в менталитет, но вот что-то то, вот, то ли советское, то ли русское, то ли вот что-то такое, то есть что э, для нас как-то вот настолько... Э, как, как объяснить, типа... Для, я думаю, для европейцев, как и для америкосов, которые тоже, по сути, там чуть-чуть переделаны европейцы, для них визуальная херня именно внешняя составляющая твоего жилья, то как оно выглядит для окружающих и ä, ну то, что думают другие люди, именно вот с точки зрения какой-то вот этой визуализации такой, да, то есть вычерности. Для них это очень важно, то есть у них ä, внешняя часть дома это тоже дом, это тоже их, это тоже их ответственность. У нас всегда просто эм... Ну, вот, потому что начиная точно с Советского Союза, дом это внутри. Внутри все может быть супер кайфово, охуенно, как тебе удобно, классно сделано. Снаружи все тебя вообще не бьет, как снаружи, всем похуй. И может быть э, здесь тоже как бы вот ну как немного такой прикол есть, да, то есть что насрать, типа вот именно абсолютно насрать. Сделайте, вот он взял кучу бабла, сказал, делайте, заебись, хочу так, так, так. Все похеру. Просто, материал не сэкономить, бы типа, дорого, богато. То есть ему, типа, ну он хотел чуть-чуть какие-то пожелания, может быть, но ему насрать именно на достоверность там какую-то, да, на продуманность этой вычурности. Может быть, что-то в этом... А вот Такое с архитекторами что-то не поперло. Король Людвиг Баварский, он был признан... Его потом в озере нашли, как бы, неудивительно. Он был признан просто сумасшедшим. И, несмотря на все это это сегодня стало музеями очень прибыльными. Но и Шванштейн такой удивительно расточительный, сумасшедший вообще проект, совершенно ненужный. Сразу же был, стал музеем после того, как Людвиг II умер. Его сделали музеем, и спустя всего несколько лет он полностью купился. То есть за счет работы музея все расходы на дворец полностью купились. Погоди, какие-то наглые звонят. Я знаю, откуда тебе звонят. Надеюсь, что нет. Хорошо, что я. Вот немцы молодцы, предприимчивые. Сразу догадались, да, как бы что сделать. Взяли, просто окупили. В итоге, Нойшванштейн, вот этот вот Херенхимзе, то, что он построил, как копия, типа, Версаля, там, этот Линдерхоф, где он лично жил, там, в супер роскошь это сегодня офигенный музей, это культурное наследие, которое собирает огромное количество туристов просто со всего мира. Хотя он же на это не рассчитывал, когда он строил. Он просто к этому грамотно подошел, как образованный ценитель искусства и архитектуры. И жалко, что в этом случае было потрачено, ну, наверное, столько же, я не знаю, может, даже больше, чем Людвиг второй тратил, фиг знает. Но, я думаю, примерно в этих рамках, да? А ценности-то в итоге никакой нет, ты из этого не сделаешь музей, понимаешь? Ты, вот, ну, как были подошли деньги, так они уйдут вместе с хозяином всего этого, того, кто это строил. Он просто уйдет и все, просто ушли. А так хотя бы, хоть как-то окупились бы, хотя бы какая-то ценность была, понимаешь? То есть печально то, что все вот подобные хозяева подобных дворцов, их огромное количество, наверное, есть очень много разных. я думаю, вы, Ой. может, сами знаете пример, Назовите, если вы знаете примеры такого вот э, цыганского барокко в России современно. Очень много подобного есть, оно все просто уйдет, и все. Короче, у меня есть идея, Дыра как спасти дворец в языке огромный, чтобы, чтобы он остался, чтобы приносил стал действительно культурным наследием, понимаешь? Мне кажется, не хватает Отныне, если в кадре будет появляться Даша, мы будем э, говорить дыра. Или когда, например, э, помните, как это, э, Элвис Мур позвонила. То есть все, если на стриме появляется женщина, то мы говорим, дыра образовалась. Много готики. Потому что, потому что смотри, пороха есть, Ренессанс есть. Готику запулить, ты же любишь готику? Я люблю готику. Все любят. Кого не спрашивают, обожают готику. Я Гот... себе будку построил, да, в натуре, блин. Да я бы тоже. Говорю себе, чуваки, типа, мне, вот мне тоже. У меня вот эта вот штука есть такая. Мне вообще насрать, как чё... Как чу кому, мне важно мне. Вот тоже есть эта штука. Мне именно... Э, не то, чтобы у меня какое-то... Ну, то есть, если э, э, европейцу и америкосу им исторически важна вся эта хуйня, то нам как бы исторически привычно, что нам до пизды это. Мы об этом вообще просто даже не думаем. Не то, чтобы мы осознанно выбираем дерьмовость нам просто абсолютно насрать вот в чем дело и соответственно возможно что вот здесь тоже все сделалось из логики абсолютно насрать как раз ребят-специалистов на разведку уже отправляли смотреть на готический Солсберетский шпиль Да, вот они изучили, на основе этих данных нужно забабахать громадный шпиль, чтобы отовсюду было видно Чтобы он был не только самый высокий в Великобритании, но и на Черном море, да? И запулить над всей этой конструкцией мощный Солсберетский готический шпиль И тогда это будет идеальный пример вот всей нынешней эпохи истории архитектуры последних 30 лет в России Люди будут ходить в музей, любоваться и понимать, что так делать больше никогда нельзя, никогда не надо, да Но если серьезно, серьезно, имеются, конечно, определенных прослоек русской элиты, проблемки со вкусом. И как многие люди думают, на самом деле хороший вкус, чувство хорошего вкуса, оно не обязательно врожденное, оно воспитывает, его можно воспитать, можно привить. Поэтому прививайтесь хорошим вкусом, будьте здоровы, я желаю, чтобы оно, чтобы вкус все-таки развился, и чтобы в России, несмотря ни на что, создавали достойное и великое, что потом будут везде копировать. Такое было, были периоды в истории России, когда это было. Но об этом в следующий раз. Блин, ну здорово, интересно. Здорово, интересно. Прикольно, разобрали. Я твою мамку в канаве нашел и отрахал биус. <Parents babbage> Спасибо за один рубль.